Адама. Оставь это и иди вперед. Ты слишком быстро дышишь. Мне страшно. Слушай свое дыхание. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Все пройдет. Ты сможешь, Сэмми. Кажется, теперь я в доме. Здесь воняет смертью. Тьма испытывает тебя, но все в твоей власти. Не сворачивай. Ты уже близко. Enough.
Иногда она проводила часы, даже дни, в плену собственного я, во тьме. Ты меня видишь? Да. Глаза были открыты, но тебя не было. А когда, наконец, тьма отпускала ее, она могла быть где угодно, не помня, как попала туда. Когда она приходит, у меня нет над ней власти. Но впервые рядом с ней был кто-то, готовый помочь. Но я слышала тебя. Ты вернул меня. Ты сама вернулась обратно. Тебе просто нужна была поддержка и надежда. Теперь, когда Грам перекован, ты можешь войти в Хельхейм с благословением Одина, как богиня, и противостоять Хеле, как равная. Так Дивиан мне помогал. Меч Одина. И меч приведет меня к нему, как в нашу первую встречу. Дилион дал ей силы пройти воинские испытания, и она нашла выход. Оставить свое прошлое позади и стать воином в клане Дилиона. Уходи. Это опасно. Этот меч осквернен богами тьмы. Брось его. Что он оставил? Меч нужно взять. Ты за это заплатишь. Даже годы спустя прощальные слова Зинбеля тревожили ее, и тьма вернулась с воздаянием. Чумой. Дилиан. Пострадали все. Мой отец не должен был умереть вот так. Нет. Теперь ты ясно видишь, Сенуа. Так страдают из-за тебя. Это твоя вина. Ты принесла сюда чуму. На твоих руках кровь. Теперь они идут за тобой. Не спеши с мощным ударом. Погоди. Не спеши с мощным ударом. Погоди. Дай волю клинку. Она умрет. Нет, не умрет. Ей нужно сосредоточиться в бою. Давай же. Корабль разваливался на части под их напором. Корабль, на котором я приплыл из страны сияющих полей. Их надгробие священно. Не приходи сюда с солнцем. Не приходи с мечом. Не приходи со слезами о теле.
Не приходи с тревогой на душе. Ты слышишь их страдания, Сенуа? Твой драгоценный дар видения являет тебе души, гниющие в море тел. Чувствуешь, как кровь стынет у тебя в жилах? Слышишь их бесконечные крики? Чуешь запах их гниющих ран? Они были кому-то братьями, сестрами, любимыми. Смотри, что ты сделала с ними. Все потому, что ты струсила, бежала от проклятия вместо того, чтобы признать его. Отвернувшись от своего отца Зимбеля, ты отвернулась от богов и обрекла соплеменников на истребление тьмой. С чего им расплачиваться за твои заблуждения? Пришла за ней. Калена тоже умела видеть, тоже усомнилась в богах и позволила тьме заронить в себя семя. Но она не бежала. Она спаслась единственным известным ей способом. Отдала жизнь богам. Поступи ты так же, Эмир. Избежал бы этого ужаса. Еще не поздно. Она зовет тебя, не хочешь присоединиться к ней. Уходи! Давай, не делай!
клинок! Она ранена! У нее кровь! Уходи! Слишком силен! Живо, вставай! Это не конец! Thank you.
От своего мира, чтобы пойти по следам своей матери, чтобы уйти туда, где тьма до нее не доберется. Сенуа, посмотри на меня. Ты можешь их слышать? Они зовут меня. Мы уже потеряли многих. Я потерял отца. И не могу потерять тебя. Ты сказал, кровь у меня на руках. Я так не говорил. В этом нет твоей вины. Зинбель был прав. Все будут страдать. Синбель — притворщик. Злобный, жестокий лжец. В устах его яд. Его слова еще мучат тебя. Кому ты веришь? Ему? Или мне? Ты еще веришь мне? В нас. Вернись ко мне. Прошу. Не дай этой тьме встать между нами. Тяжкие битвы ведутся разумом. Он дал ей меч, которым можно сражаться в разных битвах. А она дала ему слово никогда не сдаваться. Ей просто нужна была поддержка. И надежда. Привет.
чтобы помочь. Она знает, куда смотреть. Она знает, как войти внутрь. Она смышленая. О, неужели? Вверху. Такая умная. Скучала по нам? О, скучала. Вот дверь, сможешь? Ты видишь? Давай, Сен. Уходите. Я не слушаю. Я расскажу тебе историю о великом герое Сигурде, сыне самого Сигмунда. Сигурд родился после смерти отца и воспитывает его гном Реген. Но Реген не любит мальчика. Напротив, он хочет им воспользоваться. Видишь ли, отцу Регена боги даровали великое сокровище. Но брат Регена по имени Фафнир убил их отца и забрал все золото себе. Фафнир спрятал сокровище на пустоши и не мог его бросить. От злобы в сердце превратился в ужасного дракона. Если трутишь даже ступить в тень, меня не остановить. Тогда вперед! Вперед! Чудовище караулит тебя из тени. Твой меч тут бесполезен. Это не она. Такая злоба. Это ловушка. Я лишь хочу помочь им. Скажи, что мне сделать. Твой отец хочет прогнать их. Мучает меня, чтобы их заглушить. Но его тут нет. Но они возвращаются. Он говорит, я умру, пойдя за ними. А они, что уже мертва.
Они зашли к себе. Не доверяй. Хватит. Поэтому ходят сквозь стены. Ты не их служи. Видишь их лица? Мама, он идет в стену. Помоги! Как вызвали меня? Не уходи! Куда она делась? Она снова исчезла. Ты дала ей Ей здесь не место. Она вырвалась из тьмы. Лишила себя жизни, чтобы вырваться. Она не помнит, когда это началось. Когда ее мать перестала улыбаться. Ее глаза глядели всегда мимо, на тот мир, который она видеть не могла. Вот что бывает, если тянуться к нижнему миру, говорят вам. Для ребенка это было слишком. И она впервые ощутила ледяной озноб страха. Я редко говорил о ее отце, Зинбели. Думаю, мне хочется ее лишний раз огорчать. Но теперь это не важно, да? Она чувствует. Что она делает? Она зажигает. Это не поможет. Это одна тьма. Как ты думаешь, что сможешь? Дерись! Защищайся! Дерись мечом! Ah!
факел и иди. Сдавайся.
она не знает. Держи факел. Гляди, раскрой глаза. Где они? Ты ждешь? Давай, найди их. Чего она ждет? Готова? Она смогла. Она справилась. Это место. Оно напоминает ей о ее детстве. В одиночестве, в удушающей тьме. Она заперта в комнате ночью. В темноте лица, которые проходят сквозь стены. Когда-то она думала, что их видят все. Подумай. Ведь дети часто говорят это, правда? Говорят, что в темноте чудовище. Но когда она поняла, что никто, кроме нее, их не видит, ее отец Зинбель уже считал чудовищем ее. Гном Реген жаждет одного — отнять проклятое сокровище у дракона. А для этого ему и нужен Сигурд. Он рассказывает Сигурду историю о золоте Фафнера, и добросердечный герой обещает убить дракона, если Реген выкует ему хорошее оружие. Сигурд помнит, что у отца когда-то был меч — дар Одина. Один сломал клинок, когда Сигмунду пришла пора умереть, но мать Сигурда сохранила обломки. Из них Реген и выковывает реликвию заново. Сначала Сигурд с мечом мстит за отца, а затем вместе с Регеном они идут на поиски Фафнера.
Вовсе нет. Скоро он догорит. У нее мало времени. Скоро догорит. Он не догорит. Тьма вновь нагрянет. Сохрани свет, где бы он ни был. Ты чувствуешь, зверь проникает в твой разум, поискивая слабости. Там он нашел твою мать. И воспользоваться ты знаешь, как она умерла? Я не помню. Мне было всего 5. Мне сказали, что она вырвалась из тьмы. И теперь среди богов. А что, если мне солгали? А что, если тьма забрала ее и держит здесь? Исчезла она там. Исчезла. Ее там нет.